связи, конечно, возвращение к теме исторического костюма и то, что вы говорите, копировать, а копировать это очень сложно. Это даже не, и мы не назовем это копией, это воссоздает исторический костюм, дух, эпоху, и поэтому здесь это звучит как большой плюс. Просто, безусловно, за этим, несмотря на то, что вы знакомы с историческим костюмом, существуют репродукции, я хочу сказать, что за каждым изделием стоит, безусловно, душа, и она, поэтому эти костюмы и отличаются своей уникальностью, потому что они живут, они отражают сущность самого автора, личность автора, безусловно.